3 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за трагедию на дороге. Вынесен приговор по ДТП, которое случилось 31 июля прошлого года. Виновником аварии, в которой один человек погиб и еще один получил тяжкие телесные повреждения, стал 18-летний студент. Учащийся колледжа со стажем вождения всего 1 месяц ехал с превышением скорости по улице Шубиных в сторону проспекта Строителей и не остановился на пешеходном переходе у дома номер 11. Обвиняемый изначально занял непризнательную позицию. С момента факта дорожно-транспортного происшествия вводил в заблуждение, в том числе инспекторов дорожно-патрульной службы, указывая место наезда, расположенное вне пешеходного перехода. Однако в дальнейшем, в том числе посредством социальных сетей, удалось установить очевидцев происшествия, которые указали на истинные обстоятельства произошедшего. Приговором Ленинского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более чем 1 миллион 800 тысяч рублей, а также иск прокурора в интересах государства о взыскании денежных средств, затраченных на лечение пострадавшего, в сумме более чем 130 тысяч рублей.